Самое время заполнить налоговые декларации. Расчет по подоходному налогу о доходах, полученных в 2020 году, физические лица должны предоставить не позднее 31 марта. Однако затягивать налоговые органы не рекомендуют. Уже сегодня налоговые декларации активно поступают от граждан. Декларация по установленной форме может быть предоставлена плательщикам лично или через законного уполномоченного представителя. Декларация предоставляется независимо от места постановки на учет или направляется по почте. Также подать декларацию можно и в электронном виде посредством личного кабинета плательщика через портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Уплатить подоходный налог с физических лиц, исчисленный на основании представленной налоговой декларации, необходимо не позднее 1 июня 2021 года. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году физическое лицо, к примеру, продало вторую квартиру в течение 5 лет, второй легковой автомобиль в течение календарного года, получило подарки не от близких родственников в сумме, превышающей 7003 рубля, или получало доходы от источников за пределами Республики Беларусь.